И всем привет, с вами Блейдер Чам. Сегодня я вам расскажу про Лигу подписчиков. То, что это за турнир, его правила и концепцию проведения. Во-первых, Лига подписчиков — это лично мой созданный турнир, который я делаю специально для вас. И принять участие в нем может каждый. Объясняю правила. Во-первых, турнир проводится в несколько этапов. У нас он начался в декабре, тогда вы видели первую серию Лиги подписчиков, и продлится он аж до мая. Каждый месяц выходит один новый этап. И как же это происходит? В своем телеграм-канале, который подвязан к чату, я объявляю о дате регистрации на определенный тур Лиги подписчиков. Зарегистрироваться может каждый. И также выкладываю фотографии всех деталей, из которых вы можете собрать сборки. Турнир проводится в формате турнира сборок. Каждый из вас может собрать одну сборку, но попадут первые 16 человек, которые успеют это сделать. На каждый турнир отбор свой, поэтому если вы не попали на этот раунд, вы можете попасть на следующий. По итогам стадия проходит по олимпийской системе, то есть обычный турнир сборок с вылетанием после каждого раунда, начиная с 1/8. В зависимости от вашего выступления, вам дается определенное количество баллов. За каждый турнир ваши баллы суммируются. То есть, если вы выиграли первый турнир, получили 7 баллов. Во втором турнире вылетели первой стадии, получили еще балл. Третий турнир, к сожалению, не успели, получили 0 баллов. И вот так вот, в конце сезона у вас появляется определенное количество баллов. Человек, который наберет большинство баллов, получит от меня Beyblade X от компании Takara Tommy. Если у нас будет несколько таких людей, мы проведем доп. Стадию. То есть это либо финал, где, например, каждый человек присылает мне 3 сборки, и мы будем играть именно ими. Либо же, если таких людей будет несколько, то проведем отдельный мини-турнир среди тех, у кого одинаковое количество баллов. Очень важно, регистрация сборок проводится в чате в Telegram. Там всегда вывешиваются правила. Главное правило, я объявляю дату и день регистрации. Следующая регистрация будет в эту субботу, 20 января в 16:00 по московскому времени. Она откроется. Сборки, написанные не в чат, сборки, написанные заранее, или сборки, написаны после того, как закончится количество мест, не учитываются. Поэтому будьте внимательны, пишите сборки в установленное время. По сборкам есть только 2 правила. Сборка не должна повторять вашу сборку на предыдущем турнире, и сборка не должна повторять стоп-комбо. Если в сборке, например, отличается только рэчет или только бит, например, вот вы собрали трансворды на 360 плюс бетон тейпер, так делать можно. Но на следующем турнире, на следующей стадии вы так сделать не сможете. Но через стадию вы можете свою сборку уже повторить. То есть вы на первой стадии собрали одну сборку, на второй стадии вторую, и на третьей вы опять можете собрать первую. Но вторую на третью уже не можете, а на четвертой уже можете вторую повторить. Я думаю, логика ясна. Я надеюсь, правила понятны, потому что вопросов у ребят очень много. Ну и я всем желаю удачи в этом турнире. Если формат зайдет, то в следующем году мы продолжим и сделаем, может быть, Лигу подписчиков с расширением количества людей. И, может быть, расширим количество мест, которые будет получать призы. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.